В Музее истории подносного промысла открылась персональная выставка начинающего художника Сергея Цушко. В экспозиции более 20 работ в технике уральской лаковой росписи. Сергей прошел обучение в художественной эстетической школе по специальной программе. Мы занимались с Сергеем Цушко 2 года по адаптированным общеобразовательным программам «Я и мой мир» уральской лаковой росписью по металлу. Вот. Работы, представленные на выставке, это наш труд за 2 года. С помощью полученных навыков росписи по металлу Сергей научился передавать свой внутренний мир, богатство, красоту и многогранность жизни. А подобные выставки являются мощной эмоциональной поддержкой для начинающего художника. Эта выставка примечательна тем, что действительно художник еще не открыт для общества, с его работами не знакомы. Ну и, конечно, что больше всего достойно уважения, то, что несмотря на многие трудности, связанные с его здоровьем, с его возможностями, он преодолевает их и создает замечательные работы. Важным этапом для Сергея является работа над серией под общим названием «Цирк». Художник создает не просто декоративное изображение, а целую историю с персонажами. А маме Сергея Цушко нравятся более классические работы сына. И мне вот очень нравится вот этот вот мой любимый поднос из всех. Как бы. И вот этот вот с фруктами, я почему-то как-то с фруктами больше люблю. Познакомиться с работами Сергея Цушко можно в музее «Дом Худояровых» до 13 декабря.